МВС Украины в Киевской области. Турчину. Почекайте, Киев Святошинского. РВ, уже видел. РВ. ГУ МВС Головного управления. Как к нему звонят? Лейтенант милиции. Да и так для него главное. Далее. Шиденко. Александр Игоревич. Литура завод. Кувай. Да я с тобой вообще не базарю. Слышишь ты, блядь? Я говно. Ты. Хорошо разговаривай. А что ты мне тыкаешь? А что на то видео? Какое число сегодня? Пятое. Вы научитесь пользоваться приборами, которые сертифицированы. Ну да. Проблемы у вас будут однозначно. Можно ваш номер нагрудного знака? Почему ИА? Від громадянської організації «Дорожній контроль України». Заява. У зв'язку з фактами порушень статті 5 закону про міліцію лейтенантом міліції Шиденко Олександром Ігоровичем, хамською поведінкою під час виконання ним службових обов'язків по відношенню до громадян, вимагаємо відсторонити його від несення служби з подальшим звільненням його займаємої посади. Дата 5.04.2014 року. По відповідності. Это как Андрей, как вас зовут? Меня Андрей зовут. Андрей. Это табличка написана от имени великого. Правильно. После того, как вот это видео, вы могли бы в двух словах прокомментировать? Ну, действия сотрудника действительно есть нарушение общения с гражданами. Это видно. Что действительно будет во время проверки приниматься. И будет действительно принято решение. Сейчас будет доложено руководство райотдела. Сейчас вы будете докладывать, да? Прямо сейчас буду докладывать. Ну, есть же заява, я обязан доложить сразу руководству райотдела. Вот вы, как начальник, и эту людину, эту инспектора, краще знаете. Может таке бути, что прокуратура не найдет діяти инспектора? Ну, это ж уже... Може бути, так як ви знаєте краще цього інспектора. То дійсно прокуратура, я ж не знаю, що він тепер. Ви інспектора знаєте? Ну, знаю, звісно. То може таке бути? Його ж будуть опрашувати, він буде свої аргументи давати. Але може таке бути? Прокуратуру, я так думаю, треба зараз прокуратуру сідати, побачити. Пожалуйста, то у мене тут представники вищої організації громадської. Пожалуйста. Тюмен. А я думал, блин, от Резникова Владимира Владимировича. Нет. Есть свои Карнеги, великие психологи, это их изречение. Мне тоже некоторые говорят, тоже некоторые думают, чуть не того, что это феня какая там. В связи с тем, что у нас нету канцелярии. Я пишу, не специально. А скажите, пожалуйста, Kia Magentis, вот это вот Kia, да, кажется же? Kia Magentis. Magentis, да. Она же где-то 0234. Она где-то сейчас ездит, да? Получается? 0234 сейчас. На маршруте, да. Ну, то есть там нету точно Шиденко с ними. Нету. Нет? Шиденко можете официально. Даже в райотделе спросить, ну, при вас. Он на обучении. Да, что... То есть туда можно поехать и его там найти, образно говоря, он должен быть там. Да, ну сейчас мне адрес скажет. Целый день, да? Да. А если мы приедем, его там не будет? Не, ну суббота, я ж не знаю распорядка, как работает центр переподготовки. Сейчас, одну секундочку. Если есть распоряжение на обучение, он должен там быть. В любом случае. Как-то, наверное, еду там и живут. Ну, знал я адрес, или нет. Пишу. Вышгородский район, да? А телефон же можно? Телефон. А телефон есть дежурного? Что телефон, чтобы мы призвали встал, ты сегодня занятия проводишь или нет? А есть контактный телефон какой-то дежурного или что-нибудь? Вот так, вот так. Ну там представители громадской организации приехали, тут вопрос по Шиденко, и они сейчас хотят поехать туда, посмотреть, как он учится. Оторвать голову.
А можно через главку? Через главку узнай, пожалуйста, дежурного. Ну да, дежурную часть, конечно. Пожалуйста. Сейчас, секунду, еще подождите. Это по программе, это сотрудники ГАИ, которые на неделю отправлялись туда. Там у него сегодня, по-моему, сегодня должен быть последний день. А, скажи, узнайте, пожалуйста. Спасибо. Они сегодня были, сдали залог и уже все разъехались. Полностью вся группа со всей области. Ясно. Значит, завтра он же должен быть на работе. Ну что, в принципе? Да, будем ехать. Ну, копию забрали? Да.